Ну что, ребята, отдохнул? Можно и обратно в бой. Genshin Impact — это мультиплатформенная игра, доступная на 4 различных платформах для всех пользователей. Онлайн-РПГ с великолепной графикой и продуманным сюжетом. Она включает в себя множество контента, начиная от одиночных сражений и заканчивая масштабными баталиями, в которых ты можешь сражаться со своими друзьями в одной команде. Все действия разворачиваются на континенте Тейват, откуда вы можете попасть в 7 разных регионов и познакомиться с различными уникальными культурами. У каждого региона в Тейвате своя уникальная культура, от стиля архитектуры и одежды до различных обычаев и национальных характеров. В Тайвате игроки могут взаимодействовать с окружающей средой. Вы можете карабкаться, можете плавать, можете бегать по прекрасному миру с потрясающими пейзажами и захватывающими испытаниями. Также грядет обновление 2.1, где вас будут ждать новая карта, новые персонажи, оружие, сюжетные линии, монстры и так далее. А в конце сентября игре Genshin Impact исполняется 1 год, и в награду на день рождения вам будут вручены 10 бесплатных переплетающихся судеб. Так что скорее беги по ссылке в описании под этим видео и регистрируйся в мобильной игре Genshin Impact. Ссылка в описании под видео. Спасибо, что включил с тобой Герасев. И, ребята, сегодня я вам расскажу, как закончилась наша встреча с отцом Егорио и как мы разрушили его криминальный бизнес. Как вы помните, в прошлой серии мы смогли проникнуть в квартиру к Егорио. И там у нас с ним состоялся один очень интересный разговор. В ходе этого разговора мы выяснили несколько очень интересных моментов. Но самое главное, что мы смогли найти несколько моих вещей из моей капсулы времени. Это что? Это мой MacBook? О, MacBook. Забирай. Так и быть. Отдаю. Считай подарком, я не знаю. Это его MacBook? Это забирай, забирай. Забирай, я сука. А коробка там что-то. Это мой MacBook, да? Коробка. Это который я клал MacBook. Секунду, сейчас будет вообще подарок полный. Коробка нужна? Включи. Коробка. Да ты, блядь, совсем охуел. Ну, блядь, ты, сука, ты мне рассказывал про то, что это, блядь, не дома у тебя. Но когда мы уже уходили из квартиры, забрали все наши вещи, и я был уверен на 100%, что вся эта история раз и навсегда закончена, на выходе нас встречает отец Егорио. Блядь. Все, мы эту историю наконец-то навсегда уже заканчиваем. Потому что мы ее... всю эту историю заканчиваем уже раз тут. Ребята, вам не показалось, потому что сумасшедший папаша вместе со своим лысым корешком напали на нас реально среди бела дня прямо у себя во дворе. Один из них достал настоящий ствол, и вот этого, честно говоря, мы вообще никак не могли ожидать. И коллективно все немножко прихуели, разбежались кто куда. Я даже, если вы обратили внимание, выкинул ноутбук, который я только что забрал у Егорио. Но эти два лысых сумасшедших Шрека не успокаивались и реально помчались за нами в настоящую погоню. Блядь! Где Паша? Блядь, Рома! Блядь, куда они побежали, блядь? У него ствол был, блядь! Больные, блядь, ебанутые люди! Сука! Вон сзади! Нет. Да, блядь, он это дом... он сзади, ебать! Блядь! Блядь, это... Чё ты хочешь, блядь, у него? Я думаю, это ствол, блядь!
Я уебываю. Пошел на все пока, блядь. Догоняй на своем корыте, блядь. Да. Это пи***а во дворе, блядь. Срочно. Да. Рома, ты иди, ты мне скажи по-нормальному. Я тут около будки какой-то во дворах. Я не вижу. А вот я вижу, блядь, стой. Домой садись, блядь. Сука. Садись, двигайся, блядь, сюда иди. Паша. Они поехали за нами, блядь. Они за нами прям поехали. Ствол не увидел в окне, блядь. Все, не кричи, дай отойти, я, блядь, за***ался бежать. Я бежал по... Как тут выехать, блядь? Паша, ты как вообще? Тебе все нормально? Мне прилетело в глаз, я, блядь, просто, я как только увидел, что все, я даже не увидел, что было, я увидел, что Рома бежит. Я просто сразу съебываюсь. У него ствол, блядь, был! Я мне уже сказали, Рома, я когда созвонился как, с Лехой, блядь. Мы с Лехой убежали в машину, блядь. Они сумасшедшие! Они сумасшедшие! Как я и говорил, это реально, ребята, сумасшедшие люди, для которых нету никаких правил, нету никаких законов. И немного забегая вперед, мы выяснили, что отец Егорио, его зовут Александр, если что, занимается бизнесом. Но его бизнес построен на настоящем обмане людей. Конкретно это видео снимается уже целый месяц, потому что на следующий день после того инцидента я должен был улетать в Турцию на операцию. И, кстати, именно поэтому я хожу в головном уборе. Но! Это не означает, что мы решили сдаться, потому что та ситуация меня реально задела по-настоящему. Какие-то лысые чуваки украли мои вещи и еще смеют каким-то образом мне по-настоящему угрожать. Поэтому, пока я был в Турции, мои ребята искали информацию и нашли действительно много важной инфы про этого лысика. Нашли его страничку ВКонтакте, нашли всех его родственников до 10-го колена, но это все в целом нам и так косвенно было известно. Самое главное – это то, что случилось дальше. Ведь у нас появилась настоящая зацепка. Я, короче, его номер пробил и нашел объявление, типа, вакансия в колл-центр. Его номер, вакансия Чего в колл-центр? Он работает. Он держит, нет, получается, колл-центр? Нет, он, получается, набирает в колл-центр. Вообще минимум информации, но самое главное, это есть адрес. Это в центре, это в центре, да? Ну давай, ищи, да, карты. Может, напиши. Надо еще дальше номер пробить, может, что-то еще есть. Что это за колл-центр? Где он находится? Чем они занимаются? Да, ребята, мы нашли, как нам кажется, офис, который держит этот лысый упырь. Короче, ребята, решили мы позвонить этим чувакам, попробовать, может быть, на самом деле устроиться в этот колл-центр каким-нибудь кротом, там, чтобы понимать внутряк вообще общий. Саня ответил, что устраиваться надо. Написал. Да? Все. Все. Звоните. Тогда, короче, я звоню. Давай прямо сейчас. Все. Только на громкую поставь. Алло, здрасте. Я вот по объявлению с Авито звоню. У вас вакансия оператора колл-центра. Она еще актуальна? Да, здравствуйте. Да, актуально. Как я могу к вам обращаться? Меня вот Алексей зовут. Я бы хотел узнать, вот 300 тысяч рублей, и там написано про премии. Вот я бы хотел узнать, какой размер премии, потому что решающий вопрос, вакансия — это деньги для меня. Да, Алексей, смотрите, премии у нас регулярные, ежемесячные, в конце, так сказать, месяца подводим итоги. И уже в зависимости от того, сколько сделали вы свыше рабочих каких-то норм, ну, выплачиваем. Мы не жалеем никогда, платим премии в очень-очень больших размерах. Если интересно, я могу поподробнее вам лично завтра рассказать. Ну, вообще, да, я бы еще вот пару вопросов хотел узнать. А вот что с графиком? Вот. Ну, смотрите, ну, вы знаете, да, мы сейчас вот живем в такую эпоху, так скажем, график у нас особо не нормированный. Как вам удобно, так, конечно, и включайте с работы, начинайте свой рабочий день и заканчивайте тогда, как вам удобно. Главное, чтобы вы выполняли норму. Хорошо, а вот что за сфера вообще? Кому звонить там будем, раз это колл-центр? Алексей, смотрите, эта информация уже более такая личная. Насчет завтра. Вам удобно будет завтра? Ну да, во сколько? Ну, часиков 6 вечера. Хорошо. Куда-то подъехать надо будет? Да, я вам могу сейчас смс-очку прислать, адрес мессенджера, надо вам прислать. Да, с которого звоню. Все, супер. Тогда я вам сейчас отправлю адрес и буду ждать вас завтра. 18 часов, прошу прощения. Да, хорошо, договорились. Спасибо большое. Тогда жду адрес. Супер. До свидания. Хорошо, до свидания. Охуенно. Мы не были уверены на 100%, что это то, что нам нужно, но то, что телефон на странице отца Егорио и телефон на странице этого объявления совпадает, это факт. Мы снарядили Гошу специальным микрофоном и скрытой камерой. Я уже в тот момент находился в Санкт-Петербурге, поэтому мы с ребятами находились около заведения на случай, если что-то пойдет не так. Я уже вернулся из Турции. Ребята назначили... В Турции потеплее, наверное, чем здесь. Ребята назначили встречу с чуваком из какого-то колл-центра вот в этом ресторане. Поэтому сейчас мы пакуем на Гошу микрофоны, даем ему скрытую камеру,
И Гоша не должен облажаться вообще, да? Надеюсь, что получится. Протянись. Не просто устраиваешься на работу, все нормально. Все, не видно микрофона? Не видно. Все, максимально дружелюбно, хорошо. Чтобы нас не спалили, чтобы все было. Мы будем в машине сидеть и ждать. Ребята, сейчас Гоша только что пошел на собеседование. Мы немножко отъехали, но встали так, чтобы видеть выход, да? Чтобы если Гоша вдруг там что-то начнет выходить или что, чтобы мы его сразу увидели. Здравствуйте. По поводу вакансии, да? Да. Так, чаю можно? Да, можно. Пожалуйста. Так, в общем, мы с вами уже по телефону разговаривали. Да. Вам вот. Нужна работа, да, срочно? Да, мне просто самое основное – это денежный вопрос. Вот, интересует, сколько, ну и какой график, и чем вообще будем заниматься. А приколите, это все сейчас зря, и это, ну, никак не связано с отцом. Это типа другая компания? Да, вообще, ну просто какой-то номер. Душу возьмут на работу. Я черт знаю. А прикинь, лысый подъедет. А прикинь, потому подъедет. Что телефон, ребята, явно был, на телефоне явно был не отец Егория. Премиальная часть может составить как от 500 рублей, так и... до 30 тысяч в день. В день? Да, в день. В среднем ребята у нас зарабатывают 15. А ну, что за сфера? Это какие-то продажи или что? В общем, у нас сотрудничество с банками. У вас будет свой скрипт, у вас будет своя база данных, вы будете каждый номер обзванивать, ну и делать свою работу именно по скрипту. А что за скрипт? Вот поподробнее просто хотелось бы узнать. Поподробнее? Ну, давайте так. Не будем ходить вокруг да около. Ну да. Вам нужно будет обзванивать людей. Угу. Создавать поле для общения, как бы сказать. Представляться работником банка и узнавать реквизиты карты. Ну подождите, это ж мошенничество, по сути. Ну почему это мошенничество сразу? Ну... Нет, скажем, это небольшая хитрость. Ребят, чтобы вы понимали, мы на самом деле сейчас пытаемся выяснить про этот офис, что-то и туда попасть, потому что мы думаем, что там отец Егорию работает. Если он там работает, чтобы мы туда пришли, потому что мы сейчас не можем никак его найти, он где-то скрывается от нас, потому что понимаешь, что накосячил, мягко говоря. Очень надеемся, что мы там сможем его найти, и там его... Ну я же вижу, вам нужны деньги. Вы парень молодой, я думаю, вы видите... Ну, какое-то дело. Да, но надеюсь просто, что не будет проблем никаких с законом. Да нет, конечно. У тебя свободный график, хочешь потом ездить, путешествуй по всему миру, покупай все, что хочешь. А когда можно будет прийти на тест какой-то или на первый так, день? Давайте встретимся, я думаю, так. Я думаю, в пятницу в 12 мы встретимся с вами. Угу. Я познакомлю вас со всей группой, покажу вам ваше рабочее место и... полностью объясним вашу работу. Хорошо, а вот в первый тестовый месяц я сколько смогу заработать? Ну, так в среднем. Ну, я думаю, минимум 100 точно заработаю. Когда мы сидели в машине, мы не видели, что происходит на встрече. И, честно говоря, очень переживали, потому что Гоша так себе актер, а встреча действительно была очень-очень важной. Но Гоша большой молодец и справился с задачей, и у него получилось договориться приехать к ним в офис. Гоша идет. Где? Да, это Гоша. Пойдем. Мошенники. Мошенники? Да, это мошенники. Чем занимаются? Ну, то, что Сбербанк звонят, это они. Колл-центр? То, что разводят, да. Тебя позвал работать на это? Да, там он говорит зарплаты, типа, 15 тысяч в день. Он тебе прямым текстом сказал, что он... Он что? Пытался сначала супер завуалировать, и ага. Потом такой, ну, давай по чесноку, типа. Ну, понятно. Но это вот там... Мы представляемся, узнаешь там ЦВВ-коды вот эти сзади. Типа, ты, тебе бабки нужны? Я говорю, да. Угу. Он говорит, типа, ну вот мы узнаем, типа, все данные от карты угу. И говорим, куда переводить. Его конченый сказал на собесе левому типу что-то. Да, ребята, это те самые ублюдки, которые звонят бабушкам и всяким доверчивым людям и представляются техподдержкой банка и разводят людей на деньги. Таких контор, на самом деле, к сожалению, очень много, потому что это приносит колоссальные бабки. Если верить интернету, то украли вот эти конторы за последний год у населения почти 150 миллиардов рублей. Сейчас идем в полицию тогда, пишем заявление, у нас есть прямые доказательства, и если к этому причастен лысый этот, блядь, мы его просто вот так вот сразу. Зачем вначале идти в полицию? Пусть Гоша влетает в офис, идет на работу и все. Идем в полицию? Нет, все, идем в полицию, парень, 100%. После всей полученной информации, ребята, мы обратились в
правоохранительные органы. И слава богу, они не проигнорировали всю эту историю, а начали по ней работу. Было принято решение по факту организовать настоящую спецоперацию, где Гоша должен был, как уже более-менее доверенное лицо, пойти на первый рабочий день. Поэтому его, ребята, полиция снарядила как настоящего спецагента. Нас, к сожалению, близко не подпустила полиция, запретили нам снимать, мы стояли в сторонке. Тем не менее, у нас есть материал с видеокамеры Гоши, плюс мы все-таки что-то сняли. Поэтому, ребята, обязательно поддерживайте это видео лайком, вы сейчас увидите настоящую спецоперацию. Я думаю, на Ютубе больше вы такого никогда не увидите. Да, привет. Ну что? Что, идем в первый рабочий день? Да-да. Какая-то секретная локация или что? Да нет. Нет? Просто офис. Сейчас я тебя познакомлю с ребятами. Да, сначала надо будет посмотреть, как работают. И... Ну, да. Я втянусь, но я быстро обучаюсь. Да, ты же говорил, работал в колл-центре. Да, так да. Так что я думаю, труда не составит. Зашли. Всем привет. Ребята, привет. Познакомься, это Александр, старший специалист. Приятно, Леша. Будет тебя стажировать. Хорошо. Ну, в общем, смотри, у нас как бы пока что не актив. Там туалет, холодильник, в принципе, кухня небольшая. Кто это? Паш, кто это? Похож на микрофон. За ними. За ними, за ними пошли, за ними. Стоп, пошли. Мы выходим? Мы не, нам пускай там дадут, блядь. Не, ну выйдем. Я не могу. Да, бля, ребята, это СОБР едет, я вам клянусь. Ребята, все начинается, все, это ужас, страшно как. Сегодня ты проведешь стажировку Александра, то есть на его компьютере. Угу. То есть он полностью покажет, что да как. Паша. Там Артур где-то должен быть еще. Ебать. Ребята, мы обходим дом с другой стороны, чтобы подснять. Ебать, очко сжимается, бедный Гоша, бля. У нас есть столик, мы поставим тебе вот здесь все. Ребята, СОБР зашел в предбанник. Они с автоматами зашли в предбанник. Они сейчас стоят в предбаннике и ждут, блядь, какого-то сигнала. Сидим, блядь, нам не дают снимать нихера, поэтому мы очень-очень плохо из-под полы стараемся снять. То есть он полностью покажет, что да как. Свет! Я свой, мужики!